Радушки, всем привет, всех приветствую на каналчике Таксикул, ФБР на связи, как вы видите, я вещаю с города Харькова, коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюху, ля-ля-кебаб, и мы стартуем. Ready, steady, go, погнали! Заводим наш Deo Lexus. Ребятки, собрал чемоданчик, все, ухожу, уезжаю. Сельского, ребятки, мы сельского, экватор. Сивечный город Харьков, ребят, смотрите, какая красота. Ну тут что-то, конечно, тут прилет будет такой грандиозный. Так, красота, конечно. Так, ребятки, центр города. Никольский, красавчик. Смотрите, какая красота. Сколько церквей, храмов, да, в городе Харькове, ребятки. Это по городу ездят танки, да, ребят, дожились. Вот так сейчас выглядит город Харьков, ребятки. Тревога, ребятки, тревога. Так вот и живем. Так, хатопчик, ребятки, хатоп. Авоплаза, ребятки, авоплаза. Вон, видите, на арочке написано 1871 год. Представляете, рядом новый Никольский. Метро Дворец спорта, да? Бывшая маршала Жукова. Так, тут на райончике такая обстановочка. Ну, и остановочки у нас здесь. Вот так вот харьковчане ездят на работу. Ребята, что-то на бусе, поняли? Возомнили там о себе вообще. Ребятушки мои хорошие, готовится перекус таксиста чип, дорого-богато. Яичничка с трех яиц, зеленушечки добавил и приправки невинка. Смотрите, какая красота. Ребятки, всем добрейшего времени суток. Кстати, проснулся сегодня с утра, нету интернета, Wi-Fi. Не знаю почему, вы пишите в комментариях, зачем ему вообще свет. Ну вот, нету интернета, я вообще... Смотрю, что я не могу нигде не зайти, ничего посмотреть, какие новости и так далее и тому подобное. Где там прилеты были. Сегодня, кстати, ночью было очень громко, я не знаю. Видите, свет мигает, половина лампочек уже поперегорала. Здесь сгорело и здесь начинает сгорать. Может, какие-то перепады света, может, вообще уже роутер уханай, я не знаю, ребят. И что-то очень ночью такой был звук какой-то непонятный. Я вообще не знаю, что ночью творилось. Ну, звук просто вам не передать. И где-то около 2 часов ночи, и такое было около часа, представляете? Так, ну что, ребятки, яичничку заточил. По-моему, снять вам забыл. Не помню, снял, не снял. Тут с интернетом с этим проблемы. Ну, вроде как подключился. Выключил с розетки, включил. Вот, подключился. Сейчас пьем таблеточки наши. Пьем наши таблеточки, ребят. Погнали, надо за раз все выпить, таблетосы. Нашей фирменной кружки. Оп, чуть не убежала. Порядок. Что, мои хорошие, с утра поднимаю капотик и вижу, знаете, какую тему? Антифриза нету, видите? Вот то потому и газ поздно включается. Сейчас водички дистиллированной долью, а вообще, конечно, надо купить концентрат и им пользоваться. Ну что у нас там? Не сухо, что-то есть на дне. Ну что, антифризик одолил. Заводим наш Deo Lexus. Уточка на базе. Певчанский тоже. Котяра тоже здесь. Точнее, долил просто дистиллированной воды. Просто добавь воды. Ребятки, шуруем. Выехали. Ну, ХТЗ, без конца ХТЗ вам снимаю. Решил отсюда начать съемочку самого вашего любимого места. Работают же сегодня девчата, чинят, чтобы узнать. Опа, на праце уже. Тоже фотосессия, работает девочка. Сядь на пенек, снежь пирожок. Сельского, ребятки, мы сельского, экватор. Тут вообще движушка топовая. Ну так, топовая. Люди есть, кое-где присутствуют. Буфетик на месте, куленичи. Учебочка Ланос, ты гляньте, на Лексусах учат уже вождению машины. О, какой дырчик шуруе. Травка косится, ребят. Филем тоже косят, видите, там гоняет дядечка. Звезда, ребят. Район звезды. Ребятушки, шуруем дальше. Батя, видите, по красоте переходит. Сивечный город Харьков, ребят. Смотрите, какая красота. Ну, тут что-то
конечно, тут прилет был такой грандиозный. Так красота, конечно, вообще. Старый такой город, да? Постройки. Вот тут выход со второго этажа прямо на улицу. Выпрыгиваешь. Тут басик должен быть, бассейн. Еще как можно объяснить, да, ребят? Ну как можно объяснить выход со второго этажа в никуда? Ну по-любому же там какой-то бассейн должен стоять. Хотя бы надувной такой, знаете, детячий, кругленький, маленький. Так, ребятки, центр города. Никольский красавчик наш. Смотрите, какая красота. Сколько церквей, храмов, да, в городе Харькове, ребятки. Что там вроде бы говорят? О, да, танк расчехлили, ребят. Расчехлили два танка в центре. Получается, по городу ездят танки, да, ребят? Дожились. Вот это да. Так, центр. Центр, центр. Обмен валют все по нулям. Просто приходишь, заказываешь, сколько тебе надо. 300-400 долларов тебе выдают. И там, может, 1000, и все. Денег не надо. Говорят, спасибо, приходите еще. Потому и нулевой курс, ребят. Да, нормальный разворот. Поворот. Поворот, разворот. Сейчас будет трусить. Держитесь. Брусчаточка, историческая ценность. Говорят, да? А я не знаю, я бы асфальтом красивым закатал. Центр, центр. Сейчас выглядит город Харьков, ребятки. Вот выглядит площадь наша любимая. Ремонтируется тоже, видите, потихонечку дорога. Все ремонтируется. Мужской рынок, ребятки. Смотрите, какой котейка. Тревога, ребятки, тревога. Вот так вот и живем. Стою, короче, ребятки, на парковочке, да, Сумского рынка. Помимо того, что здесь какая-то такая, как цыганочка бегает, тут продают же, вы видели, наверное, шаурму, шашлыки, да, в прошлых видосиках, так далее, и тому подобное. Она подходит там к хлопчикам, там, типа, тудым-сюдым, там, то шашлычка хованет, то шавушки. Вторая, вообще, такое впечатление, что под чем-то, но она такая белобрысая, да. И кто помнит, напишите в комментариях, самая здесь еще давнешняя на этой парковке, это та, которая с ведром ходит, моет машины. Вот кто помнит, напишите в комментариях. Сумской рынок. Ходит девчуля с ведром и предлагает помыть машину. С ведром воды. Представляете? Лайфхак. Так, хатопчик, ребятки, хаток. Красивечный наш. Харьков, конечно, уникальный, красивый город. Я помню, сколько киевлян сюда приезжало. И киевляне мне говорили, что Харьков, блин, лучше, красивше и так далее и тому подобное. Что им больше нравится для жизни город номер один. Ну, типа, действительно, значит, у нас клевый город. Интересный по-своему. Зеркальная струя. Авоплаза, ребятки, авоплаза Сумская. Небо, говорят, уже включили, представляете, вот эту красоту. Ночью светится. Красота. Ну тут кайфовый вид вообще. 925 года вон эта постройка. Представляете, 925. Вон, видите, на арочке написано 1871 год. Представляете, рядом Новый Никольский. Метро Дворец Спорта, да? Бывшая маршала Жукова. Такая обстановочка, ребятки. Чебуречная там вдали легендарная. Базарчик. Такая обстановочка, ребятки. Кинотеатр. На зеленый, наверное, не успеваем, да, с вами? Диваны возят на девятках, видите? Парк тут классный, кстати. Никак не схожу. Отреставрировали. Ребятки, а вы как к жаре относитесь? Напишите вам, как? Лучше жарко или лучше холодно?
комментариях интересный фактор. Ребята, а что это на доме изображено? А ну напишите в комментариях. Не могу понять, что там нарисовано вообще. Кстати, вот где мы находимся, если что. В АТБшку заскакивали. Церковь мормоновская. Вот эти церкви мы строили когда-то, ребята. Наша строительная фирма, когда я работал. Красиво там внутри, конечно. Так, тут на райончике такая обстановочка. Но ОКО, кстати, говорят, что хлопцам бесплатный кофе продают, представляете? Ну, дают чи продают, чи как это называется. Вот. АТБшечка. Кавунный дыни продают. Короче, арбузы. Арбузы, ребят, 30 гривен, где-то 30 с лишним килограммчик. Смотря какой арбуз, смотря где. Короче, не 3 копейки стоит. Ребята, что-то там, слышишь, возомнили. Ребята, что-то на бусе, поняли, возомнили там о себе вообще. На вялом, на вялом. Рост на новых домах. Бусик обогнал, и видите, он не едет. Он боится на газ нажимать. Такие люди бывают. Столько недовольства, типа, что медленно все едут, а сам вот, блядь, газ не умеет нажать. Бывает. И остановочки у нас здесь. Вот так вот харьковчане ездят на работу. Прячутся в таких остановках бетонных, чтобы не прилетело на голову. Ребят, кто мог подумать, да, до 24 числа, что мы так будем жить, что люди так будут ездить на работу, прячась в остановках. Капец, конечно. Коммунальный базарчик, коммунальный. Тут как всегда, обстановка не меняется. Ремонты единственное, видите, закончились, уже тракторов нету. Так все в порядке, все по красоте. Людишки где-то передвигаются, бегут. Аквапарк джунгли, ребят, когда мы в джунгли с вами поедем, я даже не знаю. А тут там кайфули настоящие, горочки, которых Саня побаивается, подочковывают. Вот. А вы любите горки вот эти в аквапарках всякие разные? Я так, чисто почилить мне нравится. Почилить, джакузики всякие, такое все. Кстати, про вчерашнее видео. Я больше чем уверен, что тому чуваку было просто по кайфу. Таких лежит, отдыхает вообще просто неимоверное количество на райончике. Примут пару бутылочек водочки для храбрости и отдыхают на солнышке. Полиция ехала, мимо проехала. Ребята, которые рядом в магазине, они угорали, видно, они видели, как он шел бухой, что-то исполнял там. Ну, такое, короче. Я думаю, не стоит переживать. Ему, наоборот, было хорошо, а не плохо. Просто у нас такая специфика района. Алкашни и наркош хватает на каждом шагу. Опять, ребятки, тревога. Одна за одной воет. Так и живем. Ребятки, мы загрузились, а ну пишите, нормально, не? Короче, вот так у нас идет. 4 метра палка, ребят, если что, 4 метра. Багажники еще там тоже вот так, как полукольцом покажу вам. А тут вода до сих пор бежит. Санчо Пансо. Знаете, с чем я борюсь? С ветряными мельницами. Просто копье, понимаете, 16 век впереди. Сейчас разгоняюсь вот этого Ниссанчика Лифа. Иди сюда. Короче, шуруем, ребятки. Додумал. Короче, крейсеровская скорость у нас, ребят. 40-50. Иначе вот так эту палку телепает. Может и зеркало оторвать. О, мочалка там еще на месте. И тут, ребятки. Вот так. Охрана какая серьезнейшая. Это лабай какой-то, да? Кавказец или что это? Здоровая собака такая. А тень еще больше. Вот ведро к сравнению. Гляньте, какие глазки. Как твои глаза. Та-та-ра-та-ра-ти-да-ди-да. Примерно как мой кроссовок, да? А ну, встань вот так вот. Да, смотрите. Кроссовок, Санька. Лапоть. По размеру моей ноги, Собакевич.
Колесик такой. Так, ребятки, мои хорошие, тревог сегодня было просто уйма за целый день, просто уйма. И я разобрался, ребят, что так ночью, собственно говоря, гудело. Если честно, повскакивали многие. Многие жители повскакивали, не понимали, что это такое. В особенности после вот этих вот там дронов, после вот этих вот, собственно говоря, мопедов, которые летают и так далее и тому подобное. В общем, вы понимаете, какая обстановка в городе Харькове. И это было, как вы думаете, что вот прямо сейчас поставьте на паузу и напишите. Это просто рисовали разметку в 2 часа ночи около 2 часов. То есть, если быть точнее, где-то без 22 начали и 2 часа шуровали в комендантский час. И вот этот звук компрессоров, звук двигателей, всего вот этого самого. И, собственно говоря, немножко так, ну, настораживал. Люди высматривали, а они рисовали разметку, рисовали вот эти вот зебры и так далее и тому подобное. Напишите в комментариях, как вы к такому относитесь. Тут харьковчане раньше очковали, когда, собственно говоря, бабуля выходила и дорожки выбивала под прилетами. Вот. А то такое. Вот. Так что, ребят, такие дела. В общем, держимся и бережем нервную систему. Ребятушки, всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, мы с Багирой вас страхуем по промокоду TAXICOOL21 вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пуко-пуко, до новых встреч.